рыбы кошкам дешевые. Килограммчик. Надежда Васильевна наказывает купить рыбы кошкам. Самое-самое дешевое, Володя, купи. Маленько только, не больше килограмма. Так понятно. Не шучки, вот эти целые. Лучше всего возьми тебе удочку, да, мы тут опи рядом. Да. Вот. Ты смеешься, кошки ничего не едят, даже молоко не едят. Ну, это молоко, значит, такое. Тем более деревенское молоко. Ты что, пешком, да? Ну, вот он пошел. А что, он пешком, что ли? Пешком. А куда он? Да тебе зачем знать, ты много знаешь. И Знайка дома сидит. Ну, ладно. А Знайку по судам таскают. Закрывай. Вот это вот растение, я не знаю, что такое красивое, чтобы никто их не трогал. Они колышатся, а я через наблюдение верхнее вижу, какая погода. Да. Что тут такое вот это? Я не знаю. Я тоже не знаю, что это за... Выше моего роста на 20 сантиметров, то есть 1,90 м. И вот я рядом показываю. И это шикарно так. О, пошел. Положи. Ногами задел, кирпичи все полетели. Косолапый. Вот так. Вот сегодня у нас 19-е, наверное. 19-е сегодня? Да. Или 20-е? 19, завтра 20-е. 19-е. Ну, давай, это вот мы здесь. Показать, какие слова у нас при входе в храм. Храм без купола, без всего, так как у первых учеников Христовых было. Не строили, неизвестно какую высоту. Вон дома какие стоят дальше-то, рядом. А если там хоть один верующий, неизвестно. Вот ванна, пришлось вычерпывать воду из нее, чтобы меня не разорвало. Гликерию увели вчера, потребовали домой. Прекрасное утро. И вот тоже тут что-то посадили. Как? Не знаю. Что за растение? Тут другое. Это все вишни. Не знаю, не бываю летом тогда. Есть это или нет. Две яблоньки посадили. Видно, приросли. А может, их и было две. Вон голубок один вылез. Еще он вылез тут. Один. Сейчас полезу кормить. Рыжую туда уже унесли, наверное. Она там дежурит. Там голубенок один, надо поить его, он не может еще летать, а родители, видать, не поят его. Все на сегодня. У нас везде такие надписи. Человек должен смотреть и понимать. Там он. Провода, это мои бутылки там висели. Я дергал отсюда, чтобы голубей спугнуть, когда летали. Сейчас это нету.